наверное, было желание такое вырваться слегка с тепличных условий, потому что я понимала, что живя с родителями, да, я умею все это делать, но нужно посмотреть, как я могу, смогу ли я справиться самостоятельно. Не скрываю, работала и на посуду, и мыла посуду, и официанткой работала, и так как-то сложилось в сфере гастрономии, что работаю с официанткой, заметили, и мне предложили быть правой рукой в открытии ресторана во Вроцлаве. Как бы я ни пыталась изучать законодательство, мой опыт все-таки, да, и в Украине, и тут, хотя бы минимальный, то он мне никак не помогал, и даже порой проблема в том, что ты не знаешь, куда обратиться. Директор, руководитель школы, да, я за тобой. Сложно ли выучить польский язык? Ой! Поляки специально поставили эти шужи, да, чтобы иностранцы их не могли понять. Ну, потому что есть слова, действительно, где вот, ну, можно же было сказать без этого ш, есть там р, и получается слово, как мы говорим. В первую неделю я на галерее Доминиканской стояла, я вообще не понимала, в какую сторону мне ехать. Это понимала, как сложно, нет, я не справлюсь. В один момент я понимала о том, что родители все-таки были поддержкой, они говорят, ну, слушай, если не получится, всегда можешь вернуться. Я говорю, нет. Как это? Я говорю, ну, либо только вперед, потому что, ну, это шаг назад.